руководителя, администрации главы. Звоним. Звоним Чингизу Николаевичу Берекову, руководителю администрации. Сейчас или находится вне зоны действия сети. The mobile phone is switched off. Ну, может быть, появится в сети? Может быть, совещание? Еще раз. А, вот. Чингиз Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анна Зуева, я корреспондент из Бурятии. Вам удобно говорить? Да, здравствуйте. Чингиз Николаевич, я направляла устные запросы и через Бимбю Сергеевича, и хочу поговорить с кем-нибудь из правительства республики насчет своих сюжетов. Неудачное время вы приехали в Калмыкию, потому что конец года и все заняты. И вот лично я нахожусь сейчас в Москве в командировке. Так. А ваш зам? Ну, зам, он сам тоже занят. Вчера он в районе был, сегодня тоже. Угу. Ну, вы можете мне как-то поспособствовать, помочь, чтобы хоть кто-то от правительства Калмыкии со мной встретился и побеседовал, потому что в противном случае я буду вынуждена заявить на камеру в своем сюжете, что чиновники, зная, что я нахожусь в Калмыкии уже неделю, не встретились со мной, хотя я записалась на прием, вот ко всем, кому можно. Ходила, показала удостоверение, меня записали секретари. Вы взрослый человек? Ну, да. Ну, вы наверняка понимаете, что не все желания они исполняются. Нет, а вы же... Одного вашего желания недостаточно для... Чингиз Николаевич, а вы взрослый человек? Я взрослый человек. Смотрите. Поэтому я вам так и отвечаю. Смотрите, вы же чиновник, а я журналист. По закону о СМИ... Вы свою работу делаете. Смотрите. По закону о СМИ вы обязаны ответить на мой, либо... письменный запрос, либо, внимание, устный запрос. На ваш письменный запрос мы вам ответим, не переживайте, установленные законом сроки. Поэтому в таком тоне...